Обстрелы Донецка продолжались всю ночь. Под удар попали Калининский район и аэропорт. Огонь силовики ведут ориентировочно из Тоненького и Водяного. Бои продолжаются также в Горловке. Сообщается о мощных взрывах и серьезных разрушениях в районе Бессарабки. Сейчас уточняется точное число жертв среди населения. Ожесточенные бои идут в Авдеевке и на окраинах Песок. Из этих населенных пунктов украинские военные обстреливают столицу Донбасса. Армия ДНР пошла в атаку, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Еще одна линия фронта развернулась возле Дебальцева. Здесь силы нацгвардии закрепились еще до перемирия. Наступают бойцы обеих народных республик ДНР и ЛНР, попавшие ополченцам как трофейные еще летом. Уличные бои сейчас идут в Троицком, Крымском и Попасной. Это к северо-западу от Луганска. Есть информация, что на этих рубежах украинские военные применяют авиатехнику. Активизация боевых действий началась и в станице Луганской. Под селом Валуйским идет перестрелка. Бои в ДНР и ЛНР сейчас идут по всем фронтам. Ирина Топоркова, Олег Сидякин, Лайф Ньюс.